Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июля. Я вот пришла, у нас дождливая, ветреная погода, и некоторые мои томаты завалило на бок, потому что много там томатиков. Вот я подошла сейчас к сорту челнок, я показывала вам уже весной. Он некоторые спеет, некоторые еще нет. Вот смотрю, валяется один челнок. Начала, когда его поднимать, думаю, что-то тяжело, то ли держит, зацепился там на что. И подняла, сейчас хочу вам показать, и ахнула. Смотрите, как хочет малыш порадовать свою хозяйку. Он весь, я даже еле-еле подняла вот эту гроздь, он весь-весь в плодах, вот весь буквально, я не знаю, за что они там цепляются, один вот я сейчас уронила. Вот так малыши изо всех сил стараются порадовать своих хозяев. Ну, благодарность за то, что они их посадили, за ними ухаживают. Все, с вами была Ольга Чернова. И это краткий видеообзор маленького, но очень урожайного сорта челнок. Ой, сейчас придется опять его завалить. Не могу даже держать, сейчас привяжу его. Кстати, он уже спеет другие кустики. Вот этот, который поспел, почему-то на нем не так много плодов, поэтому он, наверное, быстрее вызрел. А этот бедный все, наверное, формировал плоды. И еще пока что не спеет, но скоро тоже поспеет. Все, до свидания.